Всем привет, с вами Ваня. Сегодня мы опять играем в Майнкрафт. Сегодня мы сейчас построим големов. А дальше будет еще круче. Итак, ну что, нам понадобится голем, чтобы было интереснее. По идее, голову поставить. О! Еще один будет голем. Голем, стой. Че ты ходишь тут? О, вот еще один. И давайте, пожалуй, третьего. Давайте возьмем третьего. Сделаем. И будем начинать. И дальше. И ну что ж, мы будем сегодня строить Кинг-Конга дом. Ну, не именно Кинг-Конга дом, а внутри Кинг-Конга дом. Будем строить. Короче, начинаем строить Кинг-Конга. Големы, не мешайте. Входите. Падай. Что-то тут слишком темно. Давайте факел поставим, а то очень темно. Итак, строим ноги. Строим ноги пока что. Будет у нас голем, уходи, отойди, зря я тебя заспал. Теперь вот почти достроили ножки. И все, можно будет считать котов. Дальше. Ой, что-то тут вообще почти все темно. Может, вокруг сделаем факел? Не, факел. Во. Так-то лучше. То никто не увидит, как строить. Итак, дальше. Строим дальше вот такой плотик. Просто, понимаете, нету именно вот такого вот желтого, поэтому мы будем белым. Так, вот так. Так, сейчас будем все вот так обстраивать. И обстраиваем. Так, хорошо, у нас выглядит. Тут можно стекло добавить. Теперь руки. Теперь будем строить руки. А вот тут у нас уже домик начинается.
у нас домик уже выходит. Красиво и безопасно, потому что тут можно сделать, потому что это в два раза лучше, чем просто дом. Что тут и красиво, и дом. Короче, красивый дом. Вот. Да не, это не все, ребята. Вы, наверное, подумали, что это уже все. Не, Кинг-Конг это похоже на обезьяну. Факел вот тут. Вот так у нас ручки строим. Вот. Все. Теперь всем видно. Вот. Теперь всем будет видно. Так. Теперь уже руки. Блин, что ж поделаешь? Не будет. Так. Вот. Все. Рука сейчас пойдет. Так, рука, все. Теперь вот эта рука уже. Так. Так. Вот так у нас сейчас будет. Факел поставили, и все видно. Теперь у нас... О, да, вот так у нас вышла рука. Это еще не вся рука. Сейчас когти добавим. Когти это у нас будут... Это будет стекло. Вот это стекло. Вот так. Рука у него. Ну да, не слишком, не очень так красиво вышло. Ну, хоть как-нибудь покажу. Хоть как-нибудь поставлю. Вот так. Обалдеть, свинка залезла. Все, вот тут будет стекло.
такую рубашку взяла? Это папина где-то старая пятна, он уже не носит. Холодно просто, вот, ну, у меня нет пижамы, длинный рукав. Ой, вот так, вот так. Еще нож. Дальше у нас вот эти. Дальше у нас голова. Окошко. Так. Сейчас будет голова. Так, что шея. И вот еще за голову выйдет. Выйдет голова. И вот так. И ну что ж, сегодня еще знаешь, какой праздник? Мы заканчиваем. Маша! И ну что ж, мы заканчиваем. Вот сейчас я покажу все, как тут есть. И будем прощаться. Вот, вот так все тут выглядит внутри. И ну что ж, всем пока. С вами был Ваня. Подписывайтесь на мой канал. И всем пока-пока.